Всем привет! Мы на канатной дороге в городе Пятигорске. Но не поедем на канатке. Вот это все очередь. Вроде вагончики ездят быстро, но все равно народу много. Не знаю, сколько там человек, 20 вылазит. Ну и получается вот эта вся толпа на канатку. В общем, мы пойдем пешком, не будем мы ждать. Стоимость билета 380 в оба конца, и детский, и взрослый. Но в один конец 220 рублей. Ну тут и канатка-то. Да, два вагончика всего, похоже, ходит. Тут, не знаю, минуты три, наверное, подъем, а то, может, и меньше. Ну, если будет народу поменьше, расскажем вам. Но не в этот раз. Рядом с канаткой вот такой санаторий «Ленинские скалы». Кафе «Канатка». Вот, наверное, пешком так. В общем, прям под канаткой дорожка. Сегодня по ней пройдемся. Не то чтобы мы зажали денег, там очередь просто нереальная. Поэтому пойдем пешком. Так что нас поддержите лайком, комментарием, чтобы наши старания не прошли даром. Все наши затраты и время. Идем по тропинке. Дальше тут дорога. Как оказалось, мы идем обратно на ворота любви. Мы там уже только что были. Впереди Ленинские скалы. Сейчас отсвечивает, не видно Ленина. Ну, мы продолжаем свой путь уже по дороге. Все тут по дороге ходят. Наверное, нельзя на машинах, в принципе, ездить. Ну, все ходят по дороге. Мы выбираем, идти по дороге или по этой дорожке, по пешеходной. Мы решили по дорожке. Здесь, видимо, раньше лавочки были. Главное в тупик теперь не зайти. Дом полынца, давим листья. Небольшой еще подъемчик. По дороге идти более, наверное, удобно. Она более равномерно поднимается, в отличие от этой дорожки. И тут как никого не встретили. Все по дороге идут. Так, глава города Пятигорска. Нам за уборку мусора полагается премия. Так, дальше идут ступеньки покруче. Кому трудно, обходите по дороге. Будет чуть дольше, но зато не так круто.
Ну вот мы сразу и вышли на ворота любви. Ну а дорога петляет. Ну тут круче. Подъем. А вот куда вагончик поехал с туристами. Ай, там дорога вниз пошла. Там тоже круто на самом деле. Просто чуть крюк делаете. И вон там ворота любви. Ну а мы идем дальше. Мы здесь были. Начинаем все сначала. О, тут мощеная дорожка. Когда-то ее пытались вкрыть асфальтом, но она все равно, брусчатка просочилась. Идем по старой дороге на Машук. Вот такие столбики здесь. Еще советские. Старые отбойники. Все та же дорога. Продолжаем путь на Машук, на вершину. Такой вот горный серпантин на Машуке. Так, ставьте лайки. Лена уже начинает сдаваться. Нет, только вперед. Старая подстанция. Разрисовали. Все вытянули оттуда. Апартаменты. Улыбнись. Ну что, половину пути мы прошли. Кажется. Такой вот горный серпантин. Играться! Да, песик захотел играться. Стало прям холодно, очень холодно. Поднялись, как дерево камень обхватило своими корнями. Деревья все пополоманы. И вот понятно почему. Камнепад. Прям картина. Ну что я вам скажу. Одевайтесь потеплее. У меня прям нос замерз. Пока мы поднимались. Ну, а так тут очень красиво. Как оказалось, идти далеко. Поэтому, кому трудно ходить и хочет посмотреть на всю эту красоту, мы вам ее показываем. У нас привал, мы кушаем. С вот таким видом. С видом на деревья. Ну, не только на деревья. И на горы. И озеро. До конца нашего маршрута кафе. С таким видом на, ну, с горы, с таким видом. Подходим к первой смотровой площадке, но я думал, хотя бы будет камнем выложено или что-то, но только вот такая тропинка. Горы, весь Пятигорск как на ладони. Вон галереи там внизу. Это где провал. Хребет весь видно. Как будто вот тут он. Рядом со мной. Ну, солнце. Мы чуть-чуть срежем,
пошли по ступенькам. По дороге не пошли, там крюк небольшой. Семью ж заводят. Ну вот она вышка на горе Машук. Такой вид на Пятигорск. Вот если бы не дымка, еще бы хребет лучше было видно и Эльбрус. А мы уже до смотровой дошли. Народ сидит, смотрит. И вот такой вид. Как с картинки. Ну вот на смотровой могли бы дерево подпилить, подстричь все, чтобы видно было. Ну и вот горы. Первая мохнатая, Бештау, самая высокая, чуть правее Козьи скалы, гора Железная, развалка, Змейка. Ну вот мы уже и на самой высокой точке. Вот Эльбрус. Кавказский хребет сильно видно, но в дымке. Верхняя канатная станция, все-таки мы дошли. Поддержите нас лайками, комментариями. Стараемся, показываем. Там, где вы, может быть, сами не пройдете, пешком будет лень. Все это время затраты. Так что поддержите нас для развития канала, чтобы наш канал развивался и вас радовал. Привет с Кавказа, Пятигорск. Кафе. Хребет видно глазами. Надеюсь, на телефоне вряд ли будет видно. Какая красота сверху на горе Машук. Не-не-не, я вот тут вот стоял уже. Тут лавочки можно посидеть, полюбоваться видом. Пришла канатка, и там лавочки. И вот такой вид на Эльбрус. Куда? Может, туда? Кто-то вообще экстремал карабкается. Хребет видно. Уже 1000 раз сказал. Ну вот такая вот, друзья, красота. Я уже все пофоткала. Как тут красиво. Пройдемся еще. Вон там и Геленджик есть. Симферополь. 870. Геленджик я не вижу сколько. Да. Вокруг равнина. Лавочки по кругу. Ну
общем, вот так. Так, вот такая вот очередь. Стоим, ждем. Ну вот на этой канатке мы поедем. Не на этой, на следующей. Вот. Солнышко заходит. Люк закрывается. Ну вот. Трех минут, наверное, не прошло. 220 рублей, да? Да. В один конец. А так 380 туда-обратно. Ну, мы туда пешком, а обратно, соответственно, на канатке. Вот такое у нас получилось путешествие в Пятигорск. Ну, тут буквально 3 минутки на канатке.